Ну что, мы готовы? На раз, два, три! Папа, ты чё вообще, что ли? Привет! Вы на канале Ромка ТВ? Да. Сегодня у нас очередной челлендж «Обычная еда против мармеладной». Да. Экстремальный челлендж нам будет. Нам папа что приготовил, говорит... Пока! Попробовать не будем? Сразу все. Ну что, мы готовы приступать? Да. Приступаем. Вот тарелочка. Первый раунд. Открываем. Раз. Раз, два, три. Ух ты! Что это? Лук. У Ромы лук настоящий, а у Кирюши лук какой? Вкусный. Ням-ням. Ладно, я пробую. Вкусный? Да. Да. А у меня горький. Попробовал? Угу. А ты, Ромик, хочешь попробовать? Нет. Почему? Там вкусняшка, ты же когда-то ел. Мы когда-то делали челлендж. И Кирилл ел зеленый лук. Не хочет в этот раз. Ну что, мы готовы к следующему блюду? Это вкусное. Вкуснее оказался мармелад. Ну конечно. Я думаю, сегодня будет все время вкуснее мармелад. Закрывайте крышки и поехали в следующий раунд. Приступаем. Второй раунд. Раз, два, три. Все-таки. Кирюша, нам с тобой как-то подгрызть. Вот, с тобой поделились. А маме? Вот такая вот косточка. Да, вот такая мармеладная у нас косточка. Вы обратили внимание, что всего три косточки? Вас же трое. Мама, не стесняйся. О, оторвал. Меленькая. Дай укусить. Дай, ладно, маме попробовать. Вот это вот вишня. А вот это вот непонятно. Еще? Дожуй сам. Ну что, следующий раунд? Следующий. Вишня. Опа, понимаем? Нет, я не буду. Что, Роми? Это красный перец чили. Я не буду попробовать. Кирюша, а у тебя что? Покажи. А ну покажи твой. А у Кирюши вот такой красивенный перец. Вкусный? Ну кто-то же должен попробовать перчик. Мама, давай, один из них твой. Берем маленький. Мама. Понравился перец такой. Дай. Что, нормально? Очень вкусно. Ой, гуки. Да ты что? Да. Гуки. Что, сладкий перец? Да, попробуй. Смотрите. Вкусный? Да, пробуй. Мама, либо, либо тут обман, либо, я не знаю, мне что ли попробовать? Попробуй скорее. Вкусный перчик, ребята. Пробуй вот это. Это очень. Нет, ой, думаю, не очень. А кончик такой был вкусный. А дальше? Ха-ха. А это тоже кучи. Мама, начинаешь краснеть. Все в порядке. Перец нормальный. Настоящий. Раз, два, три. У меня филе, да? Где что такое? Растительное масло. Вы такое, ребята, видели? Одно рафинированное, второе нет. Обалдеть, я такое впервые вижу. Желейная кока-кола, фанта, спрайт, все было. Но растительное масло, это впервые. Кто рискнет попробовать вот это? А нам тоже надо? Да нет, не надо. А ну давай. Ну желейную кто попробует? Ну что? Это что, не масло? Маслом отдает? Машинным. Ну что, к следующему переходим? Да. Мы это пить не будем. Итак, следующий раунд. Пододвигаем. Пододвигаем и открываем. Раз, два, три. Ух ты! Чего?
Ничего себе, кто у Ромы? Рыбина. Настоящая рыбина! Вон у меня уже. А у Кирилла? Вон какая классная. Я не буду пробовать. Вообще никакую не будете? Я вот эту буду. Сначала Кирилл пробует. Это Кириллу досталось. А ты вот. Вкусно? Ну угости что? Рому. Есть! Покраснел так, он не откусил. Он навкусил. А, это он даже не укусил еще. Давай, 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 давай. Вот это рыба. Вот это рыба. Так, смотрим на Рому. Сейчас он точно... Его потеряет Рома. Опять зубы поставит. Давай, давай. Давай, 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 давай. Откусил? Это момент, который вывалит в зубах. Давай. И... Есть. Есть. Кто это? Биба. Это Биба? Теперь маме на очередь пробовать какую-то рыбу. Ну что, мама экстримчик? Да, вот такие рыбы. Да? Мам, ты решила ее попробовать сырую? Нет, да? Пузырь. Ты тоже будешь так? Нет? А ты? Ну, кусим? Ну, я не буду спрашивать, что победило в этот раз. Однозначно опять желе. Да. Раз, два, три. Опа. Два. У Ромы желели. Кирюша, у нас смотри какие. Крутые. Круто. Ты не боишься, Ром? Ух ты, смотри, спряталась. Ой, да я боюсь. Смотри, 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 как крошки растут. Ой. Опа, классно. Ой, тихо, тихо. Ой, ой, ой. Вау. Класс, да, Кирюша? Да. Здорово, ты где взял их, папа? Такие классные! Просто восхитительно! Ой! Спряталась. Класс! Интересно, это глазки у нее? Глянь, высовывается, да, наверное, глазки. Ребята, так... если вы знаете, что это у улитки, сорочки? Напишите, да, что, напишите в комментариях. Кто знает, глаза это или рожки? Да, смотри, смотри, ух, полезла, полезла. О, и Кирюша взял. Тихо, тихо, не стучи. Ей, наверное, больно. На ручку тебе посадить? Да. А ну-ка, папа, Кирилл у нас самый смелый. Ой, ой, ой. Рома хочет попробовать. Эту маленькую, давай Роме большую посадим, которая вылезла. Вот тебе. Ну, давай тебе. У тебя маленькая ручка. Аня, руки. Держи, держи, Рома, чтобы она не упала. Ой, ой, ой. Что, Кирюша, грязная ручка? Ну что, не страшно? Классно, вообще. Смотрите, внизу рожки вылазят. 4 штуки. 2 сверху огромных таких, а внизу коротенькие, маленькие. И вот, да, такие глазки или рожки. Что это, непонятно. Ползет. И не прячется, и не боится. Ни она Рому, ни Рома ее не боится. Супер! Ну, папа, мне аж интересно, что там у нас ждет еще. Это мне очень нравится. Очень. Ты не боишься улиток? Здорово. Так она же на моей руке сидит. Раз, два, три. Открываем. Это му, корова, покажи. Биба. Корова. Биба. А вот это чья-то нога сырая. Да. Точно папа кого-то разделал. Мозги были, глаза были, ноги пошли. Так, ну напробуй, Рома, такую. Биба. Это не рыба, это корова. Как корова делает? Биба. Нет, это корова. А корова как делает? Мур. Вот так. Так. Соленая. Соленая? Угу. И да нет? Чуть-чуть соленая. То ты просто руки после улитки плохо помыл. Ну что, выходит, сегодня вы не покушаете ничего? Да, сегодня как-то
голодные. Ну что, переходим к последнему раунду? Мы готовы! На раз, два, три! Папа! Фу, убери руки от этого, Кирюша! Это человеческие пальцы! Папа! Ты чё вообще, что ли? Ты точно кого-то расчленил! У Ромы желейные пальчики, правда, Кирилл уже один увёл? Ну что, ребятки, вам понравилось? Да. Да. И мне тоже понравилось, и я была просто в шоке от некоторых, конечно, вещей. А если вам тоже понравилось, то не забывайте ставить нам лайки. Лайк. И, конечно же, подписываться на наш канал. И всем пока-пока.